В этом году всероссийская акция «Исторический кроссворд» посвящена истории средств связи. Всего в ней приняло участие более 330 площадок по всей России. В Сарове кроссворд написали 20 человек. Организаторами и теми, кто выдвинул идею такого нестандартного формата, выступил Московский государственный педагогический университет. Также у них есть генеральный партнер – это Государственная публичная историческая библиотека. В этом году участвуют как площадки и музеи, и библиотеки, и вузы. На акцию пришли желающие проверить свои знания и любители истории всех возрастов, от школьников до взрослых. Каждому участнику вручили тетрадь с кроссвордом. На выполнение заданий давался один час. Узнать много чего нового для себя лично, поотвечать на вопросы. Думаю, будет интересно. Свои знания проверить, и она что-то новенькое узнает. После того, как участники выполнили и проверили все задания, на экране транслировались правильные ответы. Участники кроссворда сами подсчитывали баллы и смогли определить уровень своих знаний. В начале тетради, на второй-третьей странице, там проведен табель чинов службы почты в дореволюционной России. И можно будет определить, какому чину по сумме набранных баллов ты соответствуешь. И, скажем так, организаторы подошли не банально, то есть мало того, что ты сможешь определить, какой чин, то ты еще и сможешь посмотреть и узнать интересную информацию о том, кто в действительности в царской России носил такой чин. Всем, кто принял участие в кроссворде, вручили сертификаты. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.